Как пояснили синоптики БАШ гидрометцентра, зафиксированные метеостанциями атмосферные явления в виде туманов, дымок и дымной мглы связаны с установлением на территории республики области повышенного давления. Слабые ветра до 5 метров в секунду и нисходящее движение в погодообразующем слое атмосферы приводят к накоплению различных примесей в приземном слое. Тем не менее, в пробах атмосферного воздуха, отобранных за минувшие сутки Центра мониторинга среды БАШ гидромета, превышение предельно допустимых концентраций по продуктам горения не обнаружено.